Я буду первой чудо-машинкой космическим кораблем! Во-первых, кораблю нужны аэрокрылья для облегчения взлета и посадки. Чтобы создать такие крылья, скажите «Аэрокрылья!» «Аэрокрылья!» Во-вторых, нужны топливные баки. В них хранится топливо для двигателей. Чтобы создать топливные баки, скажите «Топливные баки!» «Топливные баки!» И, наконец, нам нужны ракетные двигатели. Они сжигают топливо и создают реактивную тягу для быстрого полета. Чтобы создать ракетные двигатели, скажите «Ракетные двигатели!» «Ракетные двигатели!» О, да! Я чудо-машинка! Космический корабль! Ух ты! Запрыгивай, астронавт Эй-Джей, и готовься к взлету! Звездная гонка, мы летим! Звездные гонщики, запускайте ракетные двигатели! На старт! Внимание! Запуск! Три раз, ключ на старт, разгонись! И на орбиту! Среди звезд полетим впереди. Много открытий. Это космос. Раз, два, три. Гоним через космос, космос. Мы без звезды в гонке. Космос, космос. Летим быстрее, чем у света. Мы до финишной черты. О, нет! Это же космический вспыш! О, я не дам ему выиграть гонку! Мне нужно какое-то космическое жульничество! Мне нужен... космический ковбой! Меня зацепило какое-то гигантское лассо! О, нет! Это космический ковбой! И он нас замедляет! Прости, вспыш! Конец найдется! Сколько веревочки не виться! Звездные крушила! Мне надо как-то вырваться из этой петли! Ты справишься, вспыш! Просто надо больше ускорения! Ускорение — это сила, двигающая вперед! Двигатели создают ускорение, выпуская реактивную струю. Чем мощнее струя, тем большее ускорение толкает корабль. Если создадим большое ускорение, то полетим с такой силой, что порвем лассо ковбоя! Скорее, попробуем это! Увеличим реактивную струю до 5. Считайте с нами до 5. 1, 2, 3, 4, 5! Получается, вспыш! Лассо ковбоя начинает рваться! Чтобы получить больше ускорения, увеличим реактивную струю до 9. Считайте с нами до 9. Начнем с 5. 5, 6, 7, 8, 9! Получается, вспыш! Лассо ковбоя почти разорвалось! Нам нужно большее ускорение, чтобы вырваться. Увеличим реактивную струю до 15. Считайте до 15. Начнем с 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Мы справились! Этот ковбой не смог нас остановить, ведь у нас есть... ускорение! Скорее, начнем конструировать!
Во-первых, нам нужен корпус. Это туловище субмарины. Чтобы сделать корпус, скажите: корпус! Корпус! Во-вторых, нам нужен винт, чтобы субмарина быстро передвигалась в воде. Чтобы создать винт, скажите: винт! Винт! Наконец, нам нужен балластный бак. Эта деталь позволяет субмарине погружаться и всплывать. Чтобы создать балластный бак, скажите: балластный бак! Балластный бак! Я чудо-машинка! Субмарина! Ух ты! Запрыгивай, Эй-Джей, и поддай-ка нам подводной скорости! Гран-при глубокого моря, мы идем! У-ху! Смотрите, это вспыш! Добро пожаловать! А, не могу поверить, что он тоже участвует в гонке! Ну, все хорошо, Крушила. Подлодка вспыш может и быстрее, но у него нет того, что есть у тебя. Да? И чего же? Это дворники! Жух, 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 жух! Подводные гонщики, все на старт! Внимание! Давайте скажем вспышу, когда стартовать. Когда загорится зеленый, скажите марш. Марш! Гран-при! Гран-при! Плывем! Пора начать скорость набирать, мчаться через синеву. Здесь глубина, над нами волна, наш экипаж заложит вираж. Гран-при, гран-при, мчимся через рифы. Всюду красоты, водовороты, под водою мы с тобою плывем. Вдвоем, в субмарине, в море синее. Гран-при, верни, скорей гони. Чуть не попался. Ого, тут так много ловчих рыбок. Что делать, вспыш? Нам нужно как-то с ними справиться. И у меня есть идея. Может, заставим ловчих рыбок всплыть? Да, когда что-то находится в воде, оно или тонет, или всплывает. А мы знаем кое-что, что в воде всегда всплывает. Воздух. Если наполнить оболочку воздухом, она начнет всплывать. А когда ловчая рыбка проглотит ее, она тоже начнет всплывать. Эй, уверен, мы найдем что-нибудь на этом корабле. Смотрите, тут воздушный шарик и камень. Что, по-вашему, всплывет? Этот шарик или камень? Хорошо, давайте проверим и узнаем. Только шарик всплывает. Да! Это потому, что он наполнен воздухом. Скорее! Вот ловчая рыбка! Скормим ей шарик! Отлично! Получилось! Рыбка всплывает! Осталась всего одна ловчая рыбка! Интересно, куда она... О! Вспыш, смотри! Наверняка мы тут найдем что-нибудь, чтобы скормить ей. Посмотрим. Я нашел камеру и эту ложку. Что из этого всплывет? Хорошо, давайте узнаем. Камера всплывает. Должно быть, в ней много воздуха. А ну-ка лови, ловчая рыбка. Еха! Субмарина! Скорее! Начнем конструировать и превратим меня в такой. Сперва нужен плоский корпус,
чтобы мы могли плыть по поверхности воды. Чтобы создать плоский корпус, скажите «плоский корпус». Плоский корпус! Теперь нужен пропеллер. Он толкает воздух назад и двигает глиссер вперед. Чтобы создать пропеллер, скажите «пропеллер». Пропеллер! И, наконец, нужны рулевые панели. Они изменяют направление воздуха, чтобы лодка могла поворачивать. Чтобы создать рулевые панели, скажите «рулевые панели». Рулевые панели! О, да! Я чудо-машинка! Аэроглиссер! Запрыгивайте! Пора покорять болото! Горми нашел на болоте то, чего никогда не видел. Птиц! И кувшинки! Горми! И еще аллигатора! Осторожно! Ух! Чуть не попались! Горми! Надо быть осторожнее! Здесь могут быть и другие аллигаторы! Помогите нам искать их! Если увидите аллигатора, скажите «Аллигатор!» Аллигатор! Отлично! Продолжим искать! Снова увидите аллигатора, скажите «Аллигатор!» Аллигатор! Горм! Горми! Ты прав, Горми! Батарейка уже рядом! Но я слышу, что сначала нам придется обогнуть еще одного аллигатора. Если увидите аллигатора, скажите «Аллигатор!» Аллигатор! Вот и все, Горми! С этой батарейкой ты сможешь полететь домой к своей семье! Поставим ее в ракетный ранец. Гарм! Устанавливаю. Смотрите, работает! Ракетный ранец набрал полную мощность. Гарм! Он летит! Гарм! Ого! Что происходит, Вспыш? Энергия из ракетного ранца смогла поднять нас в воздух! Горм! Горми! Я думаю, Горми зовет нас в космос с ним, встретиться с его семьей! С удовольствием, Горми! Показывай дорогу! Семья Горми рада, что он вернулся. Горми! Смотрите, Горми показывает им все, что нашел на земле. И пиццу. И солнечные очки. Горми! И расческу. Горм! Эй, Горми, не забудь про это! Давайте, друзья, сыграем!